Говорят, что любовь нельзя измерить, но это зависит от того, как на это посмотреть. Например, сегодня на 15-м по счету Big Love Show площадка Live Arena забита до отказа. История главного музыкального праздника Love Radio Big Love Show началась 15 лет назад и с тех пор не меняет свой стадионный формат. В этом году шоу состоялось в Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге, а главный праздник Love Radio в столице увидели 10 тысяч москвичей и жителей других городов. Big Love Show, но это шоу большой любви. Это любовь к музыке, это любовь к артистам. И здесь самые топовые звезды нашей эстрады собираются в один большой лайнап. Вчера был полный стадион, сегодня полный стадион. И завтра в Казани, я думаю, тоже будет что? Полный стадион! Live Arena – это самый, наверное, технологичный зал в стране, который существует. И для Big Love Show постарались там сделать вот всю эту мощнейшую декорацию. Счастливо быть сегодня здесь и быть частью этого праздника, частью истории, которая создается уже на протяжении 15 лет. Дань истории отдали и те звезды, которые выступали на самом первом Big Love Show. Например, Дима Билан и Сергей Лазарев исполнили композиции, с которыми они выходили на сцену главного музыкального праздника в 2009 году. И, конечно же, артисты исполнили и любимые всеми актуальные хиты. Хочу сказать огромнейшее спасибо моим авторам Михаилу Сафарбековичу Гуцариеву, Максиму Александровичу Фадееву за эту потрясающую композицию. Я уверена, что в этом году нас ждет еще много-много замечательных песен. Я сегодня пою песню «Поездами-самолетами». У меня будет коллектив из стюардесс, а я как бы главная стюардесса. Сегодня я пою песню «Лето, летай». Поставили очень крутой номер. Хотели передать атмосферу не только лета, а в целом какой-то ностальгии, любви. Я бы хотела сказать большое спасибо поэту Михаилу Гуцериеву, который почувствовал женскую вот эту вот душу, которая, понимаете, рвется на части. К сожалению, такие истории в жизни случаются. Но в этот вечер случались лишь любовные истории исключительно с хэппи-эндом. Например, в рамках масштабного уникального суперпроекта «Скажи да» красавцы Love Radio устроили помолвку четырем парам во всех городах Big Love Show, включая столицу. Big Love Show! Ольга Серябкина и проект «Скажи да». Ну а некоторые из артистов в год 15-летия Big Love Show вспомнили себя 15 лет назад и как многое для них поменялось в лучшую сторону. 15 лет назад я приехала в Москву, и я, конечно, нашла работу, но я зарабатывала 15 тысяч рублей. Мне было 15. Я мечтала поскорее быть взрослой, самостоятельной женщиной. Лет 15 назад у меня как раз таки были качели, что как будто я вот вообще не понимал, как двигаться, что там, вот писать, вот, может быть, это вообще все фигня. Но по итогу я все-таки решил, что музыка – это мое, и все. Не прогадал. И не прогадал. Как не прогадали и счастливые зрители Big Love Show в столице. Всего же общее количество зрителей Big Love Show в этом году в четырех городах превысило 40 тысяч человек. Тем временем обратный отсчет до Big Love Show 2025 уже начался.